Приходилось ли вам задумываться, чем вы оплачиваете товары или услуги – деньгами или деньгами? Случалось ли вам испытывать неловкость, не зная, что именно предложить гостям – крепкое кофе или крепкий кофе? А может быть, им по вкусу больше пришелся бы горячий какао или горячее какао? Главное – не засиживаться допоздна, а то завтра подписывать важные договора или договоры. С подобными языковыми затруднениями периодически сталкивается каждый. Иногда они создают серьезные проблемы при общении. Собеседники не могут понять друг друга. Предложенный вашему вниманию курс позволит разобраться в подобных трудностях. Подскажет, какие языковые тенденции сейчас актуальны. Кто придумывает те правила, которым мы почему-то должны следовать, чтобы не прослыть неграмотным человеком. И как их знание поможет выстраивать эффективную и успешную коммуникацию.